Русский музей даже даром отказался принять художественный шедевр Евгении Васильевой. Да, той самой фигурантки дела оборонсервиса. Собственно, находясь под домашним арестом во время следствия, она и взялась за кисть, из-под которой вышел в том числе и вот этот вот триптих транскриптаза «Холст». Каждая из трех, соответственно, картин метр на метр двадцать. Вы разглядите ее подробнее. А я напомню, что привезли ее в Санкт-Петербург дней 10 назад на хранение. Музей тогда объявили, что это обычная практика. В течение года могут принять решение, брать или не брать. Но, как видим, автору уже предложено свое творение забрать и забрать в течение 2 недель. Официальная формулировка: в связи с несоответствием собирательной практики музея. И все. Никаких комментариев в Русском музее больше не дают. Но признание таланта Евгении Васильевой еще впереди. Вот сейчас она подучится в МГУ на курсе как раз изящное искусство. Лекции и семинары экс-заключенная не пропускает. Преподавателя слушает внимательно. Внимание ничем не привлекает. На пары приезжает на бюджетном Hyundai Solaris. Но вернемся теперь к шедевру Евгении Васильевой. Не нашла я определения транскриптаза, что за вычурное название. Есть обратная транскриптаза. Это набор белков, которые отвечают за воспроизводство первичной формы жизни. Вы видите, как на этих холстах зарождается жизнь? И я не вижу, а она там есть.